Итак, продолжаем. Изучаем туннели. Так, смерч. Ага, нам дают огнемет. Можно немножко подпалить паутину. Здесь ничего? Ого. Высоковато. Давай. Ага, Шепард включил фонарик. Ну правильно, то темновато как-то. Вау, водичка. Светящаяся водичка. Так, здесь мы залазим. В огнемете было, по-моему, 200 или 300 зарядов. Наверное, 250 было. Ну, это так, фигня. Не люблю им пользоваться. Кстати, здесь может быть что-то лежать иногда. Нужно об этом не забывать. О! Капсулы со спорами. Ну, это наподобие мин. Так, знаете вам, ребята. Все? А, отлично. Здесь что-то есть. Облом пусто. Это у нас что? Не, ничего. Ну, здесь можно очень долго шариться. Maybe. Да все зажарим. О, и паутина заодно. Ага, здесь еще лежит огнемет. Ну, зарядим его. То есть, поменяли вроде бы. Ой. Щиты проломили Явику. И мне чуть не проломили. Да, вещь опасная, если находиться рядом при взрыве. Так что лучше на дистанции разрывать. Не, ну водичка, конечно, тут шикарная. Какая-то блестящая. Светящаяся. О, боже, что за хрень? Это и есть Рахни? Что с ним случилось? Так, берем замедление. Тихо, ребята, все в порядке. Блин, откуда здесь этот генератор барьера? Блин, нифига себе он палит, да? Ты козел. Ты куда бегишь? У него еще барьер есть. Так, давай оглушительный этот и гранат. Оу, е! Так, ну давайте мне замедление, что нужно еще. Ух ты, у меня что стоит прицел, я и забыл. Берем замедление и пытаемся убить этого козла. Пустошитель. Ой. Ничего себе, он палит. Ладно, уничтожаем генератор барьера. У меня еще есть пистолет вроде, да? А, отлично. Можно, в принципе, с пистолетом побегать. О. Какие-то мелкие тараканы тут еще лазают. Роевик. Ну, это не страшно, я думаю. Так, у нас здесь дробовик, разрывная модификация и патроны. Отлично, берем. Вау. Да, все-таки зря поставил на автомат прицел, как-то с прицелом не очень прикольно играть. Ну что ж, побегаю с этим... с пистолетом. Да, этих рах не изменили, жнецы, по-видимому. Поэтому они выглядят не очень-то. Так, надо здесь... Гарус. Явик. Блин, да что за хрень? А у меня есть какая-нибудь способность там? Ну, только оглушающая. Блин, да что вас ничего не берет? Ну, если по одному, конечно, раз устрельнуть, то тут можно поразвиваться. Ау. Даже пробили мне щиты. Все? А. Есть. Окей. Ох, нифига себе, сколько. Да, какие-то странные тут. Эти. Щупальца железные какие-то. Так, выносим эти капсулы, кокон, непонятно что. Ну, будем их называть мины.
Отлично, готово. Так, еще паутина. Ну, ее можно, я думаю, выйти. Да. Способностями легко ее выносить. Спасибо, Ярик. А чё мой не сработал? Ну ладно. Два выстрела, думаю, хватит. А, здесь вы имеете в виду блок? Да ничего страшного, обойдем. Не впервой. Где? А, ячейка жнецов. 400 опыта и, по-видимому, это пульт какой-то управления. Если его уничтожить, то открывается вход. Здесь та железяка убирается. О боже. Опасно, опасный момент был. Еще немного, и Шепарда перевалило бы. Looks like we're finding another way out of here. Come on. Commander, what was that noise? Cave in. We're all right. Understood. Dig out. Опять эти мины гребаные. Мы их заранее сейчас поспеваем. Так, отлично. Опять фонариками включаем. Ну, немножко темновато стало, можно включать фонарики. А, здесь как бы предлагают мне или сверху, или снизу обойти. Ну ладно, если я уже тут поразрывал, то нужно здесь идти. Off one of the scouts. What happened? The leader ordered them to take weapons deep into the caves. He knew that X team would need help. They died making sure we could make it to the central chamber. Отлично, вот и техника жнецов. Собираем ее и получаем 3750 кредитов. Это отлично. Так, здесь ничего нет. Так, свалили отсюда. Не, ничего. Так, ну это, наверное, обход поверху был. Он нам не нужен. Движемся, да? Ой-ой-ой. Чё за жучки мелкие? Ужас какой-то. Здесь ничего? Нет, отлично. Не, ну то, что ничего опасного, это отлично. А то, что ничего ценного, это... Ух ты. Приятель. Давай его темной энергией или как-то. Так, отлично. Из-под тишка хотел Хаск атаковать вообще в одиночку. Странный очень поступок. Так. Отлично. Мертвый Кроган, изучаем. Ага, прощальная записка какая-то. Мне предлагают ее доставить Азари на цитадели. Ну окей, если буду мимо проходить, то конечно отдам, но... Специально, чтобы лететь за этим. Я, конечно, не собираюсь. А, опять огнемет, но я его не хочу подбирать, потому что это полный бред. Ну, конечно, какие неприятности всегда ждут в больших залах. Ага, генератор барьера. Берем замедление, уничтожаем его. А то им постоянно генерируют барьер ближайшим юнитам, которые рядом стоят. И это очень затрудняет. Но умер. Давай, убивают. Ты куда бежишь вообще, приятель? Какой смелый. О, черт, у меня на пистолете закончились патроны. Ну, неудивительно, я постоянно стрелял из него в паутину. Минимум по два патрона. О, твою мать! Твою мать, убей его. Убей. Да блин! Блин! Что за бред? Да... Полная лажа начинается. Меня начинают окружать со всех сторон. Еще мой напарник погиб. Гарус, зачем ты там? Да вообще, к нам спрыгивай, придурок. Здесь у нас экшен так и начинается. О, ты уже здесь? Ну, наконец. Так, надо этого тяжеловика убить. А он вообще нереально стреляет. Так, мы его сносим. Из него ничего там не выпадает. Я думал, когда он умирает, из него еще вылазят эти мелкие жучки. Но они, видимо, в другом месте. Так, убиваем. Я патрон не нашел. Черт, патронов нету. Зачем огонь не ослаблять? Рахней уже этих нет. Рахни, рахни. Куда идти? Найти центральную камеру. Ну окей. А, отлично.
Немножко покупаемся в лужице. Здесь такие туннельчики, не мелкие. Так, здесь повсюду трупы. Ух ты, блин, назад, тихо. Не ожидал такого. А, отлично, сбиваем барьер. Замедление и в голову пару выстрелов. И мы ему разрываем прямо в голову вообще. Намертво разрываем. Так, туда побежал, как? Блин, опять эти мелкие жучки. Нужно им кинуть туда гранаты. Вот это было клево, это была метка. Ну, не метка, а граната хорошо пошла. Мелкий гад, а? Где отсюда?